В Мордовии сахарные свеклы засеяны 13 тысяч гектаров. Из них примерно седьмая часть приходится на Рамадановский район. Здесь уже убрали 480 гектаров. Средний урожайность 350 центнеров. На отдельных участках более 500. Сахарный завод переработку еще не начал, но принимает товар по цене 1450 рублей за тонну. Определенные очереди, конечно, есть на свеклопунктах. Ну, так сдаем, вывозим, пока вот сейчас из-под комбайна полностью на поле не валим. В этом году в районе сахарную свеклу убирают 4 хозяйства, но в планах на будущее значительное расширение. В лучшие времена под этой культурой было занято до 5000 гектаров. Будут заниматься возделыванием сахарной свеклы еще несколько хозяйств. По этому году показывает, что сахарной свеклой заниматься выгодно. В первую очередь комбайны выходят на пойменные низинные участки. Их нужно успеть убрать, пока позволяет погода. В поле, где растет сахарная свекла, вносится до 10 центнеров удобрений на гектар в течение года. Также на удобрении почвы идет измельченная ботва. Семена сорняков, которые здесь содержатся, замерзнут зимой частично, а другие будут убиты гербицидами, которые вносятся в поле весной. Если во время уборки зерновых каждый лишний день уменьшает урожай на определенный процент, то свекла сейчас в самом соку. Сахаристость она по-прежнему набирает, и терять ее будет только когда похолодает и начнутся дожди. Закончится уборка сахарной свеклы приблизительно в середине октября. Многое будет зависеть от погоды. Николай Кучканов, Андрей Просвиркин, Вести Мордовия, Рамадановский район.